вязанию нашего лепесточка. Мы берем наш квадратик атласной ленты 4 на 4 сантиметра и опаливаем его со всех сторон. Дело в том, что у меня не было атласной ленты 4 сантиметра шириной, поэтому я взяла 5 и просто отрезала с одной стороны. Поэтому мне нужно опалить с трех сторон. Но если у вас есть атласная лента 4 сантиметра, то вы опаливаете только с двух. Берем и аккуратненько опаливаем нашу ленточку. Мы ее опалили. Дальше нам с вами понадобятся щипчики, зажигалочка и ножнички. Мы берем наш квадратик и складываем треугольничек красивой стороной вверх. Вот красивая сторона, она блестит, а это, можно так сказать, внутренняя. Складываем вот такой вот лепесточек. Получается треугольничек. Дальше складываем еще раз. У нас получается вот такой вот с вами треугольничек. С левой стороны у нас складывается две стороны. Нужно, чтобы они были с левой, потому что если они будут с правой, то это будет не очень красиво. Поэтому я чаще всего стараюсь, чтобы вот эти вот две стороны лежали у меня с левой стороны, можно так сказать. Теперь мы берем и складываем еще раз. У нас получается вот такой вот лепесточек. Но дело в том, что мы еще не закончили. Наш лепесточек нужно спаять, чтобы он держался. Мы берем и отрезаем немного кончик. Дальше берем щипчики, чтобы не отпекти пальчики наши. И запаиваем немножечко. Проводим не на огонь, а возле огня. И у нас получается лепесточек вот такой вот запаянный. Но дело в том, что у нас еще есть проблема. Нам нужно отрезать вот эту вот часть. То есть, если мы ее не отрежем, то лепесточки у нас будут кривые. И не будет все красиво смотреться. Поэтому мы берем, переворачиваем и наискось вот эту вот часть. Аккуратно обрезаем. У нас должно получиться вот так вот. Теперь берем щипчики и аккуратненько запаливаем тоже, чтобы оно не распалось. Также советую еще подпалить здесь, потому что мы обрезали и могли нечаянно обрезать то место, где мы спаивали наши лепесточки. И у нас с вами получился вот такой вот лепесточек остренький из ленты 4 на 4 сантиметра. Если у вас будет лента 2 на 2 сантиметра, все делайте так же само, только берете ленточку 2 на 2, то есть отрезаете квадратик 2 на 2. Советую начинающим делать цветочки из вот таких вот лепесточков. В следующем видео я вам покажу, как сделать двойные острые лепесточки. Ну а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и они меня очень подбадривают. Желаю вам творческих успехов. Всем пока-пока!